свойственно питаться иллюзиями. Потому что реальность такова, что она порою страшит нас. И для того, чтобы изменить ее, необходимо прежде заглянуть в ее суть. Авторская программа Алексея Ледяева «Иллюзии и реальность». Друзья мои, я скажу, что если по большому счету, послушайте внимательно, давайте лирики немного, лирики. Вот что такое любовь? Что такое любовь? Любовь – это власть. Скажи, власть. А власть предполагает двоих. Тот, кто диктует, и тот, кто подчиняется. Ибо если все диктуют, и никто не подчиняется, это не власть. Это мука. Армия, состоящая из одних генералов. Они диктуют, только никто не подчиняется. Или все подчиняются, только нет ни одного руководителя. Представляешь, армия состоит из одних солдат, только они ничего не знают. Они готовы повиноваться. Бред. Так вот, смотрите. Если муж любит жену, любовь доказуема так же, как доказуема власть. Каждый мужчина, он удовлетворен не столько интимными переживаниями. Секс – это вторично. Первично удовлетворяется чувство власти. Если жена докажет мужу, что у него есть власть, этот человек, мужчина, муж, почему я говорю, что я должен женские конференции проводить? Я уже репетирую. Когда муж, мужчина, чувствует, что у него есть власть, а власть какая? Власть предполагает управление и подчинение. И когда жена повинуется мужу, послушание жены доказывает наличие власти у мужа. И это основа любви. Если муж любит жену, он должен доказать жене, что у нее тоже есть власть. И в определенных ситуациях своим послушанием своей жене он доказывает, что у нее тоже есть власть. Когда муж доказал своим послушанием жене, что у нее есть власть, а жена доказала мужу, что есть власть у него, то это есть основа счастья, основа взаимности и благословения. Даже в области интимной написано, что не муж властен над своим телом, но жена. Власть принадлежит и мужу, и жене. И написано в равной степени. Как жена не властна над своим телом, но муж, и муж не властен над своим телом, но жена. Здесь гармония. Здесь мы должны понимать, что диктатура разрушит семью. В равной степени бесхребетность точно так же разрушит семью. Власть – это основа любого устройства. Дом ли это? Церковь ли это? Вера ли это в Бога? Государство ли это? Там, где нет власти, там все уничтожается и разрушается. Когда муж только говорит о том, что вот кто в доме хозяин, когда он требует только подчинения, но не дает своей супруге ощутить, что такое власть, потому что, знаете, это мы забитые, это мы зашуганные, это мы продукт советского воспитания. Мы не знаем, что такое власть. Вот почему власть портит. Человек добирается до власти, и у него крыша едет. А на самом-то деле Бог дал человеку власть, и власть – это источник самого высочайшего удовлетворения. Власть. И Бог хочет человеку дать почувствовать во Христе Иисусе
власть. Потому что когда ты чувствуешь, что тебе повинуются обстоятельства, что тебе повинуется дьявол, что ты, подчиняясь кому-то, в то же время ощущаешь, что и у тебя есть власть, чтобы кто-то тебе подчинялся. Вы знаете, это мы рабы. Наше рабское мышление говорит, я не должен подчиняться, я не раб. Если ты кому-то докажешь, что у него есть власть, то поверь, что и тебе кто-то докажет, что у тебя есть власть. Это же взаимное служение друг другу. Аминь. Смотрите, даже по отношению к Иисусу. По отношению к Иисусу. Если мы повинуемся Иисусу, мы доказываем, наше послушание Иисусу доказывает, что у Иисуса есть власть над нами. Логично? И когда Иисус убедился, что мы повинуемся Ему, Он что делает? Он говорит, а теперь я вам даю власть. После того, когда я убедился, что вы повинуетесь мне и доказываете, что у меня есть власть, я докажу вам, что у вас есть власть, потому что вам будут подчиняться и повиноваться обстоятельства. Аминь. Потому что, согласитесь, многие из вас уже, они ощутили на себе, мне кажется, самое великое счастье в служении, это когда ты молишься, приказываешь дьяволу, и он уходит. Мне кажется, вот кайф, когда человек переживает, ощущая, как работает и действует власть, вот это кайф выше всего остального. Так вот на этом кайфе, вот на этом удовлетворении, вот на этих минутах счастья Бог хочет построить наше служение, поклонение и призвание. Аминь. Не тупо, слепо, закрыв глаза, не попадя куда, с кем, не попадя против кого. Мы что-то идем стадом, мучаясь, раздражаясь. Нет, зачем Богу такое раздраженное, замученное христианство? Бог каждому из нас хочет доказать, я даю вам власть. Для многих это просто сухой термин. Лично для меня – это источник максимального удовлетворения. Нас обманули, это диктаторы упиваются властью. Нет, Бог упивается властью. Когда смотрит, звезды ему повинуются, море повинуется, сезоны повинуются устройству. Он говорит, власть не для разрушения, власть для созидания. Аминь. Так вот, говоря сегодня о счастливых христианах, говоря сегодня о счастливых пасторах, говоря сегодня о счастливых детях Божьих, я прежде всего подразумеваю обладателей Божьей власти, которым обстоятельства повинуются. Иисус дал власть 12 и сказал, идите, бесов изгоняйте, больных исцеляйте, благословляйте людей. И когда они пришли, когда они пришли к Иисусу, они пережили то, что никогда в жизни они не переживали. Это сладость победы. Они говорят, учитель, наставник, и бесы нам тоже повинуются. Вы знаете, когда нам обстоятельства повинуются, вот тогда мы можем по-настоящему считать себя счастливыми и полноценными детьми Божьими. Начинать надо хотя бы вот с таких, вот хотя бы вот с таких, вот с такого уровня. Вот с такого уровня. Друзья мои, вы секретов не выдаете? Я говорю о власти созидающей. Я не говорю о тупой власти, как у Лукашенко, который всех долбит, убивает, уничтожает. Говорит, у меня власть. Власть каждый человек использует по-своему. Я говорю о созидательной, божественной власти, которая устрояет все сферы нашей жизни. Пришло откровение об этом проекте Game is Over. Я даже представления себе не имел, во что это может вылиться. Сейчас больше 100 участников на площадке, где проходят эти репетиции. Мы встретились с режиссером, я ему передал абсолютно все полномочия. Что такое власть? Власть – это передача полномочий. Я рассказал, как каждая сцена должна выглядеть, сколько человек там должно быть, как все это должно происходить.
Представляете, дальше. Режиссер набирает актеров из самых разных студий, из самых разных труп, из самых разных коллективов. Вчера буквально была репетиция, и на роль Валтасара я уже лично познакомился с ним. Это известный актер Арнис Цилитис. Лицитис. Прости меня, Господь. И вот он ходит. Я говорю: здравствуйте, автор проекта. Он говорит: господин Лицитис. Я говорю: как вам эта роль? Очень хорошо, въезжаем. Там же вокруг него, в свите короля, будут там такие звезды, такие известные люди, которые... Одна из них, опять, чтобы не путать имена и не запомнилось ее, пятикратная чемпионка по спортивным бальным танцам и два раза участвовала в Евровидении. Она там. Потом там какой-то из Италии, там Роберто, какой-то... Он два раза участвовал на Евровидении. Там столько звезд, и они все подчиняются откровению Божьему, которое в правильном плане было устроено. Вы понимаете, я ничего сейчас не делал. Я просто издалека смотрю, как они исполняют вот эти Божьи откровения. Власть. Это я когда в Артемии играл. Я сам играл слепого. И в то же время руководил. Это потому, что мало власти было. Поэтому несчастный был. Слепой. Но когда Господь открыл глаза и показал, как надо делать, когда я смотрю, 100 человек повинуются просто одному слову. Стоять! Вы что, не понимаете, что это Бог? Что ангелы поклоняются Богу и поют «Элохим». Каждый актер должен наизусть знать текст. Это не я диктую. Я на ухо сказал режиссеру. А режиссер вслух кричит. И я тихонько чувствую себя почти как Христос. Который сказал: то, что я вам сказал на ухо, теперь вы должны кричать с крыши. Это невероятно. Это за последних полгода у меня целая церковь организовалась. Звездная церковь, которая изучает Библию. За этих 3 месяца режиссер и этот хореограф, в проповедников превратились. Они рассказывают в подробностях, почему зародыш конфликта произошел на небе, когда Бог Отец сказал Христу: и да поклонятся ему все ангелы. Поклонились все, кроме Люцифера. Потому что он претендовал тоже на престол. Я вот сижу и слушаю, и ушам не верю. Проповедуют. И это каждую сцену, и это власть. И все, что вы думаете, все эти люди, которые сидят и слушают. Потому что есть власть. Там, где есть власть, там есть удовольствие, там есть созидание, устройство и результат. Это великолепно. Я просто смотрю, думаю: Боже, в такое кризисное время людей нету, талантов нет. Если ты повинуешься Богу, то Бог сделает так, чтобы тебе тоже кто-то повиновался. Вы знаете, я 100% убежден, что есть секрет. И секрет нашего успеха заключается в том, ровно настолько, насколько ты повинуешься Богу, ровно настолько тебе будут повиноваться окружающие тебя люди и обстоятельства. Степень моего послушания Богу будет определять степень моего влияния и моего окружения. Если вокруг тебя никто не повинуется, никто тебя не слушает, никто... проверь, как насчет твоего шефа. Может быть, как раз у тебя с шефом тоже проблемы. Который тебе говорит одно, а ты говоришь: нет, я этого делать не буду. Обстоятельства будут повиноваться нам, когда мы будем повиноваться хозяину, нашему Господу. Власть. Я подчеркиваю мысль: власть слаще денег.
Вопрос даже не в том, что есть деньги или нет. Власть – это есть чувство божественной сущности в человеке. Потому что сам Бог обладает властью. И сказал Господь: «Да будет свет!» И стал свет. Если бы вы заглянули в сердце Бога, вы бы почувствовали, весьма хорошо, приятно, когда тебе повинуются обстоятельства. Мы все заточены на рабское существование, и это проклятие, которое Иисус хочет разрушать. Он призвал нас не для рабского слепого повиновения обстоятельств, Он хочет каждому из нас дать бразды правления. Почему написано, Он все покорил под ноги Его, говоря о человеке. И ничего не оставил непокоренным. Мы должны дерзать и пытаться. Мы должны разобраться, повинуются обстоятельства или не. Хоть пытаться. А когда начнешь пытаться, Бог тебе подскажет, как лучше пытаться. Амин. Я умоляю, не соглашайся на рабское прозябание. Не соглашайся стать жертвой обстоятельств. Сегодня ты должен принять от Бога вызов. Не обстоятельства будут диктовать мне. Я буду диктовать обстоятельствам. Амин. Не деньги будут мне приказывать, что делать, а что не делать. Я им буду приказывать, куда идти и что делать. Я не буду рабом денег. Деньги будут моими слугами. Потому что если у меня первичное откровение от Бога, деньги придут. Потому что если вы посмотрели, сколько у нас сегодня программ, это просто крышу сносит, но я внутри спокойно убежден, потому что с неба кто-то мне улыбается. И я знаю, что если я повинуюсь Божьим откровениям, то Бог обеспечение свое пошлет вовремя. Аминь. Это жалкая, ничтожная жизнь. Когда я спрашиваю, что делать, молчу. Что делать? Сопи в две дырочки, соплю в две дырочки. Что еще делать? Исчезни. Пытаюсь, не могу. Я не собираюсь спрашивать людей, что делать. Я спрашиваю Бога, что повелишь мне делать, Господи. И то, что мне этот Господи скажет, я это буду делать на земле. И обстоятельства будут повиноваться рабам Божьим, пророкам Божьим, женам и мужьям Божьим. Если ты один из них, закричи «Аллилуйя!» Аминь! Я должен возненавидеть свою лень. Я должен возненавидеть свою инерцию и свое рабское повиновение. А что люди скажут? А будет ли это приемлемо? А будет ли это вписываться в интерьер? Да будь ты не таким, как все. Будь ты оригинальным. И тебя история запомнит. Амин. Мы никогда не должны складывать ручки. Смотрите, женщина, которая страдала 12 лет кровотечением. Сколько людей тихонечко умирают. Тихонечко умирают. Тихонечко умирают. Пишут этот самый завещание. Жила, была, цвела, играла, пела, засохла, заболела. О, в рифму уже это. И теперь тихонечко умираю. У каждого может вправе выбрать свой сценарий. Хочешь тихо умереть? Ну, тихо умирай. А мы будем громко умирать. Мы взбудоражим небо. Мы взбудоражим землю. Мы взбудоражим дьявола. И скажем: я не умру. Я буду жить. Я буду управлять даже этими смертельными обстоятельствами. И смотрите, женщина. Она говорит: я буду управлять. Женщина, управитель великий. Чем ты управлять будешь? Обстоятельствами. Какими? Вот этими. Даже если я умру по дороге к Иисусу, пусть история запомнит: я не сдалась. Я не сдалась. Я шла на пути к своему счастью. Вот это настоящие героини. Амин.
В воскресенье здесь стояла женщина, которая адаптировала 18 детей. Кто-то сегодня говорит, денег нет, эгоизм. Кто-то аборты делает, бросает детей. А эта женщина говорит, а я пойду против течения. 18 детей. Воспитала, подняла на ноги и дала путевку в большую жизнь. Вот настоящая вера. И у нее сердце полное любви, жизнь полна интересов, и ей не грозит одинокая старость в четырех голых стенах. Ее будут на руках носить до самого последнего дня. Аминь. Бог нас создал не для того, чтобы стать жертвой обстоятельств. Бог дает нам власть. И вот от этой власти приходит удовольствие, власть созидания. Власть, которую мы получаем от Бога в результате нашего послушания. И самое главное, друзья, это состояние уникальное, это состояние творческое. Это состояние управлять обстоятельствами заставляет мозги работать. Что-то надо придумать. И эта женщина сказала, я не буду сидеть. Женщина, а что ты хочешь? Я встану, пойду, прикоснусь к одежде Иисуса, и я буду здоровой. Она придумала все сама. Ты говоришь, нет, надо было книжку еще какую-то почитать, 7 ключей к этому, к исцелению или 27 ступеней, как вообще освободиться от алкоголя, 14 ступеней этих, как это, анонимных алкоголь. Ну, понимаете, кому-то, может, этих 7 ступеней помогает, кому-то этих 8 ключей помогает, а кому-то это вообще начисто не помогает. И у него рождается один отчаянный крик, я встану, я пойду, я прикоснусь и буду здоровой. Она встала, пошла, прикоснулась и стала здоровой. Друзья мои, не сиди и не жди смерти. Самое главное в нашем деле – это встать и идти. Два важных слова – встану и пойду, и обстоятельства будут повиноваться мне. Давайте откроем Луки. Сказал также ученикам своим, один человек был богат, имел управителя, на которого донесено было, что расточает имение его. И господин, призвав его, сказал ему, что это я слышу о тебе, дай отчет в своем управлении, ибо ты не можешь больше управлять. Тогда управитель сказал сам в себе, что мне делать. Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что делать. Вот этих три слова «знаю, что делать» – это сегодня вызов многим из нас, которые попали в тупиковую ситуацию. Знаешь ли ты, что делать, когда тебя с работы уволили? Знаешь ли ты, что тебе делать, когда тебя на жареном поймали. Все из нас согрешают, все из нас делают ошибки. Что делать, когда тебя за эти ошибки, роковые, может быть, взяли, увольняют с работы, отстраняют от управления, а ведь в управлении власти такое удовольствие было. Что такое власть? Как этот сотник говорит. Одному говорю, иди, и он идет. Второму говорю, сиди, и он сидит. Власть имеет удовольствие. И представляешь, а здесь от этой власти отстраняют. И он говорит, знаю, что сделать. Как Богу нравятся люди, которых в тупик загнать невозможно. Нас здесь уволили с работы, мы в тупик сразу, в ступор попадаем. Что делать? Не знаю, Господи. Этот нечестивый и то знал, что делать. Он и то знал, что делать. Он сказал, обстоятельства не будут управлять мною, я буду управлять обстоятельствами. В тупик меня не загонишь. Господь хочет кому-то что-то объяснить. Хватит сидеть на диване. Хватит ворчать и говорить, ничего не получается. Попытайся хоть что-то сделать. Он говорит, я знаю, что сделать. Ну уж какой ты великий, что ж ты знаешь? Он говорит, не-не-не-не-не, я знаю, что
не обстоятельства должны управлять мною, а я буду управлять обстоятельствами. Я знаю, как это делать.